Всем привет! Сегодня я хочу показать, как сделать самое быстрое и простое кашпо, в которое можно подвесить горшочек с цветочком. Экономия времени, места и средств. Для этого нам потребуется сам горшочек с цветочком и веревочка. Длина веревочки зависит от размера горшочка и той длины веревки, которая будет у вас. Значит, длина кашпо. Так, берем веревочку, у нас завязана в круг, чтобы получилась сомкнутая. Ложим ее на ровную поверхность, делаем крестик такой. Ставим на крестик в центр горшочек. Петелька должна доходить до середины горшочка. Далее берем оставшийся кончик и вот так через горшочек накладываем сверху на эту петельку. Так. И проводим ее под петелькой и утягиваем до тех пор, пока вот с этих двух сторон у нас не останется, ну, примерно такая же петелька, тоже чтобы примерно было до середины горшочка. Так, уйди, помощник. Ай, не затягивай. Так, далее мы берем оставшийся кончик и вот так обратно перекидываем через горшочек. Далее эти концы мы подкладываем под боковые петли с обоих сторон. И за них вытягиваем. Одной рукой очень неудобно делать. Так, и собираем, поднимаем. И получается вот такое кашпо. Если не тренироваться, можно его делать даже менее чем за 10 секунд. Считаю это удобно. Листочки проходят любых размеров. Для полива также очень легко снять это кашпо с горшочком, с крючочка, куда вы его определите. Чуть-чуть расслабить боковые веревки и вынуть для полива. И обратно можно собрать. Так оригинально получается. Никуда он отсюда не денется. Веревочку можно использовать какой-то декоративный шнур, ленты. Все, что позволит ваша фантазия. Всем спасибо!